Чтобы быть онлайн подкованным человеком в будущем, подумайте над тем, что вы уже умеете. Первое. Обладаете ли вы дисциплиной? Можете ли вы самомотивировать себя, чтобы продолжать учиться и делать какие-то полезные вещи? Второе. Назовите 3 программы обучающими, которыми вы пользуетесь онлайн. Мы не берем TikTok, Instagram и разнообразные программы, которые, я уверена, вы все пользуетесь. Назовите 3 обучающие программы, которыми вы пользуетесь. И третье – это финансовая грамотность. Умеете ли вы пользоваться онлайн-программами для составления собственного бюджета? Как вы планируете свой бюджет именно онлайн? Вы не пишете это в телефончике или не пишете это ручкой, а именно онлайн. Какие таблицы вы для этого используете? Я желаю вам быть человеком будущего уже сейчас. Всего хорошего!